Ну и последнее. В Ноябрьске открыли второе на Ямале городское отделение региональной организации Русского географического общества. Его председателем выбран Василий Литвиненко. Напомню, отделение Русского географического общества в нашем регионе было создано в 2010 году, а его попечительский совет возглавляет губернатор округа Дмитрий Кобылкин. Сегодня в состав общества входит 45 человек из разных городов автономии. Это госслужащие, научные сотрудники, студенты. В настоящее время организация реализует сразу несколько важных проектов, среди которых 501 стройка и Лукоморье, чья историческая местность должна стать центром туристических маршрутов. Самое, на мой взгляд, что важное делают наши люди из нашего общества, это действительные члены. Они показывают наш регион, они рассказывают о нем, они исследуют. Планы есть, вот мы сейчас забыли сказать, то, что в Салехарде тоже вот городское отделение, и они сейчас открыли очень большой проект, это книга памяти Янао. Вот, возможно, вы уже знаете, она была презентована, это многолетний труд. То есть вот это. Сейчас будем поддерживать городское отделение в их начинании. Ну, повторюсь, будут экспедиции и не одна. То есть будут совместные с различными департаментами. Сейчас ведутся переговоры, чтобы сделать это в